посещение скейт-парка. С виду все это кажется огромным и страшным, но со временем вы привыкнете. Для начала ознакомьтесь с правилами, обязательно сделайте разминку и наденьте защиту. Найдите плоскую фигуру и постарайтесь пару раз на нее заехать, затем съехать. Вы должны четко концентрироваться на процессе. Цель – привыкнуть к другой плоскости. В целом, на всех фигурах нужно держаться перпендикулярно покрытию, а ноги должны быть согнуты больше, чем обычно. Разгон перед вкатом в плоскач можно производить несколькими отталкиваниями. Ноги на ширине плеч. Делаем отталкивание внешней ногой, внутреннюю ставим дальше и отталкиваемся ей. Дальше можно или впрыгнуть, или въехать. Во время того, как вкатываете в плоскость, нужно присаживаться, а перед выездом привстать. Так скорость будет еще выше. Когда все это станет слишком скучным, переходите на квотеры или рампы. Радиус – это серьезная штука, и вы 100% растеряетесь, когда будете съезжать с него. Это приведет к падению. Чтобы избежать падения, нужно хорошо прикататься к нему. Для этого начинайте в него заезжать и съезжать, постепенно наращивая скорость, при этом съезжать поначалу спиной вперед. Держитесь в одной стойке с присогнутыми коленями и не пытайтесь разгоняться приседаниями. Прочувствуйте, как вы держите баланс на всей поверхности радиуса. Затем это можно комбинировать с разворотом. Варианта 2 – или просто сделать 180, или проехать по большому радиусу. Важная штука – при развороте в квотере крутитесь в сторону ведущей ноги. Если левая нога ведущая – в левую сторону. Вправо при этом будет неудобно, но это надо прорабатывать. Дальше пробуйте заезжать в радиус спиной вперед. Это подготовит вас к съезду и прокачает вестибулярный аппарат. Когда упражнения получаются хорошо и вы чувствуете себя уверенным, даже доезжая до вершины, самое время попробовать съезжать. Итак, вы наверху. Первые несколько раз у вас могут труситься коленки, но это совсем скоро пройдет. Для съезда встаньте средними колесами одной ноги на трубу квотера или рампы. После этого подставьте вторую ногу, перенося вес тела вперед. Главное не начать съезжать слишком рано. Вы должны достичь перпендикулярного положения. Поначалу не нужно стараться набрать скорость, не сгибайте колени слишком сильно. Следующим шагом будет заезд на квотер. Для этого набирайте скорость выше средней и едете на него. Главное не пытаться повернуть, ехать нужно четко прямо. Когда пересекли 2/3 пути, начинайте переносить вес тела вперед и немного поджимайте ноги. Если скорости не хватило, чтобы запрыгнуть полностью, попробуйте приземлиться на одну ногу и вторую подтянуть. После этого наращивайте скорость и заезжайте более уверенно. Главное не бояться и совершить первый заезд. Следующие будут для вас обычным делом.